А зараз скайпом на зв'язку зі студією ветеран Військово-повітряних сил України та Канади Юрій Собіщаков. Пане Юрію, як ви нас чуєте? Я вас слышу отлично. Пане Юрію, будь ласка, запитання до вас стосовно, як до льотчика, який має понад 6 тисяч годин нальоту на військовій і на цивільній авіації. Скажіть, будь ласка, зважаючи на те, що показано, буцімто, уже два відео про збиття літака ракетою, чи можливий такий варіант, в принципі, особливо, якщо врахувати, що ракета була не інфрачервоного наведення, оця, що уламки демонструються, ТОР, а, власне, радіолокаційного наведення? Ну, почнемо з того, що противосамолітний комплекс, ракетний комплекс 9А-330 с ракетой 9М-330. Это ракета радиолокационного наведения. В самой ракете за прозрачным обтекателем находится так называемый радиовзрыватель, который отсчитывает расстояние до приближающегося к нему самолета. На определенном расстоянии, я не буду уточнять на каком, от разного типа самолета зависит это расстояние, происходит взрыв боевой части. И боевые поражающие элементы прошивают самолет насквозь. Так же, как, например, погиб Ту-154 на Черном море. Кто сбил, как сбил, я не хочу сейчас спекулировать на эту тему, потому что одна сторона говорит, что это украинская сбила ракета С-300, выпущенная из Крыма. Другие говорят, что как-то она сама там упала. Но дверь кабины экипажа Ту-154, а я лично летал на Ту-154, я знаю, что там за дверь стоит, была прошита или поражающими элементами, как дуршлаг. Поэтому я считаю, что если ракета Стора 9М-330 взорвалась перед самолетом, то прежде всего должен был погибнуть экипаж. Одно из подтверждений этому может быть то, что экипаж не сказал ни слова диспетчерам. Но если на аудиозаписи, на речевых самописцах этого самолета будет голос экипажа о том, что у них возникла проблема с двигателем, то это исключает автоматически версию взрыва ракеты именно Торовской. Потому что тот обломок, который нашли на земле недалеко от самолета, странно, что этот обломок прилетел именно туда, где упал самолет. Ведь самолет не развалился в воздухе. Он пролетел еще после взрыва двигателя определенное расстояние. Как мог осколок от ракеты Тор оказаться недалеко от места, где упал самолет? Причем, если я сегодня читал доклад Министерства авиации Ирана, на английском языке, они опубликовали его на арабском и на английском, и там написано, что самолет упал на борт, на землю целым, после этого несколько его элементов развалился, естественно, на части, и те еще несколько касаний произвели после этого. Теперь, о взрыве двигателя. Если ракета взрывает двигатель, значит, эта ракета, она не стреляет по самолету с задней полусферы, вот эта ракета. Она может выстрелить, тогда дистанция полета не будет превышать 6 километров. Обычно ракеты с радиолокационным самонаведением стреляют из передней полусферы, в приближающийся самолет, а не в загон ему. Вот Ан-30 в 2014 году был сбит именно ракетой теплового самонаведения. Выстрелили из вербы и угробили наш самолет А-30, который занимался открытым небом, который принадлежал, по-моему, Локитной стезе, Бориспольскому полку. И его сбили ракетой с тепловой головкой самонаведения. В данной ситуации утверждается, что стрелял ТОР. ТОР – это радиолокационная ракета. Она попадает в основном с передней полусферы и разносит экипаж, прежде всего, разносит самолет именно боевыми элементами. Весь самолет должен был быть испещрен в дырах или находиться в дырках. Понимаете, дырки круглого отверстия. Если круглые дырки найдут на фюзеляже, аккуратные дырки, как будто сверлом просверлили, тогда можно будет говорить о поражающих элементах именно противосамолетной ракеты ТОР-9М-330. Если рваные куски металла, то это значит развалился двигатель, разлетелись лопатки. И я вам так скажу, как летчик, пролетавший с 76 по 2009, что когда разваливается, когда одной лопатки достаточно турбовентиляторного либо реактивного двигателя, лопатки компрессора или лопатки турбины отлететь для того, чтобы двигатель пошел в разнос. После этого уже начинает разлетаться весь двигатель.
И тогда элементы, вылетающие, титановые лопатки, вылетающие из этого двигателя, прошьют самолет в нескольких местах. Вероятнее всего, потушить такой двигатель не удастся. При срабатывании взрыва двигателя, при срабатывании системы пожаротушения, первая, вторая там, и третья ступени этого пожаротушения не справляются при взрыве двигателя. При отлете одной лопатки компрессора. Я не могу сейчас утверждать, что так оно и произошло. Все-таки Pratt & Whitney, те, кто производил двигатель для Боинга, это серьезная компания, производящая двигатели. Сейчас обвинять их голословно я не могу. Но до исследования речевых самописцев, до исследования полностью самописцев параметров самолета, которые люди называют черные ящики, ну, вы знаете, что они оранжевые, шары, они черные ящики, то спекулировать на эту тему, я считаю, некорректно. Я понимаю прекрасно руководителей западных стран, в том числе и своего премьер-министра. Я прекрасно понимаю руководителя страны, которые это наши соседи. Они защищают прежде всего свои интересы. Дякую. Дякую, пане Юрію. Ще я теж, власне, був колись 35 років тому служив оператором радіолокаційного комплексу 5N87, і я можу підтвердити, що, власне, дірки, ті, які показали на фотографіях, буцімто обшивки і крила, вони мають рвані краї, це не є дірки, які залишають, власне, уражаючі елементи тих 4,5 кілограми, які є в кожній, ну, в ракеті ТОР, які мали би вибухати перед літаком. Поправочка, 14,5 кілограм боєзаряд. Дякую. У мене ще до вас є запитання. Чи знали ви особисто когось звідти з екіпажу літаків, літака, який загинув і екіпажу, і разом з тим, до якої версії ви схиляєтеся? Я прекрасно знав одного із членів екіпажу. Я хорошо знав другого пілота даного самоліта, Сергія Анатолійовича Хоменка. Выпускник 92-го года Оренбургского летного училища, того же, что я закончил, служил со мной в одной летной части на аэродроме Кульбакина в городе Николаеве. Его отец Анатолий Иванович Хоменко был начальником штаба Центра боевой подготовки ВВС Украины. В дальнейшем, если мне память не изменяет, он был начальником этого центра. Его сын Сергей Анатольевич, которого я хорошо знал, дослужился до полковника. По-моему, мне так, если память не изменяет, я виделся с ним в 2014 году последний раз. Он мне сказал, что он командир блокитной стези, это полк в нашем Борисполе. Я прилетал в Украину по программе «Открытое небо» с ВВС Канады и виделся с ним. Я могу вам так сказать, что человек, который с должности полковника уходит на должность второго пилота Боинга, это человек, который любил небо до безумия. Понимаете? То есть полковник – это большой человек, особенно в авиации. Это командир полка. Но человек, который уже становится полковником, летает ограниченно. Он летает мало. Этот человек хотел летать. И летная жизнь – это была его главная жизнь. Понимаете, у него двое детей, у него жена в Киеве. Он проводил время в самолете больше, чем с семьей. Чтобы налетать 7600 часов, нужно жить в самолете. Дякую. И людям про памятник ставить. И дякую, я лично это воспринимаю как собственную трагедию, потому что погиб человек, которого я хорошо знал. И до какой версии вы, власне, схиляетесь? Думка ваша как эксперта. Лично мое мнение, без всяких глубокого изучения этого вопроса, потому что я не допущен ни до какого расследования, я считаю, что произошло, проблема была в двигателе. Что взорвался двигатель на самолете. При попадении птицы, при попадении чего угодно, при сами оторвалась лопатка компрессора. Это мои спекуляции, извиняюсь. По-английски это называется спекуляция. Но я в последнюю самую очередь поверю в то, что попала в самолет ракета. Дякую.